У нас тут опять котовские страдания. С утра у нас кот чего-то хочет. Ну что там такое? Эй, кот. Кош. Ну что там такое за страдание? Все, кончили страдания. Так как начинаешь его снимать, он сразу перестает страдать. И манюня, и мелкий. Все, на камеру не страдаем. Ну-ка пойдем хомяка снимем. Так, сейчас пойдем посмотрим, как там у нас хомяк. Кот полчаса орал, как только его снимать начали. Сразу все хорошо. Ага, сейчас прибежит. Да все, сразу прибежал. Ну пойдем посмотрим, как там наша зверюшка. Не утром наша зверюшка. Спит, спит. Мы его тут немножечко разбудим. Вот она спим, спим, вечно мы его будем. Спит спокойно, никого не трогает. Ой, ой, будет. Ой, убежает маленький кот, отстань от меня. Ой, ой, отстань от меня. Ой, 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 разбудили, и котом пугает. Ой, ой, подтягиваемся. Ой, ой, разбудили, как это, что такое будет, это так зверски. Ой, ой, обижает, будет вообще ужасно. Все эти методы такие, да, скажи, не, мы разбудили ребенка. Разбудили маленького, убежает. Ну, прости, кот. Так у меня кот. Ой, обижают маленьких. Эй, зверюга. Дядя, вот у нас кто. Дядя, вот у нас тут кто. Ну что, кончились сразу страдания тогда. Надо окно открыть. Это за кошка на окошке. Кошка моя на окошке. Кошка моя на окошке. Вкусно пахнет, вкусно пахнет. Что-то ела, кисть опять не дала. Ты что, проснулся, зверюш? Ой, ой, все, как разбудили, обижают маленьких. Ой, как подтягиваемся. Ой, вот ж классно позевнул. Классно ты зеваешь, моя птичка. Ну ладно, ладно, все, спи. Отстаньте от ребенка, отстаньте от ребенка. Кошка на окошке продолжает сидеть. Не гусь, где на окошке. Кошка на окошке.